Всем большой привет! Я к вам с покупками. И перед вами сейчас находится коробка со станком Stitch Smart. Да, я купила себе этот станок, причем это мой второй станок. Первый станок Stitch Smart у меня сломался примерно 1,5-2 года назад. И вы скажете, ну, Юля, а зачем ты покупаешь снова этот станок, если у тебя был вот такой уже опыт? Ну, хочу немножко вам рассказать и поделиться. Во-первых, в поломке первого станка есть и моя вина, потому что я его очень сильно эксплуатировала и нагружала его сверх его выносливости. Вот. А во-вторых, у меня сейчас много процессов, которые мне хочется менять. У меня такое настроение. Я, с одной стороны, хотела вышивать 1-2 процесса, но так как я давно не вышивала, я очень делала большой перерыв в моей жизни и не вышивала, то сейчас меня тянет на разные процессы. И хочется их менять. И вот эту легкость в смене текущего процесса дает вот именно станок Stitch Smart. Легко можно заменить раму, легко можно перевернуть и иметь доступ к изнанке. Есть подсветка, есть лупа, есть держатель для схемы. В общем, что еще надо? Очень организованный и практичный станок, компактный и удобный. Да, я буду его беречь, не буду уже его так сильно нагружать тяжелыми рамами, и я думаю, все будет хорошо. Это как бы первый такой фактор. А второй фактор, то, что сейчас приближаются очень-очень жаркие дни. Нам обещают 40+. И в моей комнате нет кондиционера, там только вентилятор. Я хочу перебраться в зал под кондиционер, вот, а сюда мой станок, который настольный, не подходит, и мне нужно было что-то другое. В общем, я думала, голову ломала и решила, что надо брать Stitch Smart и подарить себе вот эти летние дни вышивки в комфорте под кондиционером со станком Stitch Smart и с легкостью перемены текущих процессов. Вот. Я приобрела только нижнюю часть. Верхняя у меня имеется в целости и сохранности. Мне сейчас нужно будет достать коробку и распаковать лампу, верхнюю часть станка. Вот, собрать все это. Ну и, конечно же, я к вам вернусь. Вскоре покажу, что у меня получилось. И покажу вам свою организацию на этом станочке. Итак, я собрала мой станочек, мой Stitch Smart, и показываю его вам в полной красоте. Вот она, лампа и прищепка. Лампа у меня, я проверила, работает, сохранилась. А прищепка тоже в идеальном состоянии. Ну, а лупу я еще не доставала, потому что я ей мало пользуюсь. Вот станочек мой, полностью уже готовый. Здесь у меня идет новая модель, поэтому ножки здесь удлиненные. И вот в середине, в центре ножек, да, есть дополнительные такие вставочки внизу, которые поддерживают равновесие станка, и он более устойчивый. Ну, в принципе, я довольна, очень-очень рада, хочется же поскорей приступить пользоваться этим станком, и сейчас я пойду организовывать мой процесс. Так, ну а сейчас я хочу выбрать процесс и подготовить его для работы на станке Stitch Smart. Мои процессы находятся вот в таких папках, я вам неоднократно их показывала. Ну, вы видите мой весь шкафчик рукодельный, нитки, коробки, наборы. В коробках вот там организация процессов, здесь, понятно, нитки. Ну и в этих двух ящичках там у меня мои вышитые картины и наборы. Так, ну я пойду выбирать какой-то процесс. Я вас совершенно не удивлю, я выбрала моих сов, потому что я планирую все-таки их добивать. Я планирую идти до победы. Поэтому сейчас будут организовываться совы. Потому что на моем настольном станке
У меня сейчас совершенно другой процесс, поэтому буду организовывать сов. Хочу показать вам, как я организовала себе рабочее место. Мой станочек, лампа включена, вот так все у меня здесь расположено. Ниточки у меня на спинке дивана, на подлокотнике, точнее, дивана. Поэтому мне будет удобно пользоваться этими органайзерами. Так. Вот мое рабочее место новое. Также я отрегулировала наклон, который регулируется вот здесь специальным регулятором. Сейчас вам покажу. Может быть, кто-то не знает еще. Вот. Здесь сбоку есть такой регулятор, который нам позволяет менять положение угла нашей рамы. Так. Все, я закрепила. Также можно легко переворачивать и получать доступ к изнанке. Вот, пожалуйста, вот так. Удобно. Ну, свет, конечно, да, можно регулировать. Ну, а здесь на прищепке у меня вместо схемы, видно, не видно, сейчас покажу. Вот у меня здесь вот такой маячок с иголочками для бэкстича. Вот так. Ой, для какого бэкстича? Это у меня с другого набора. Молодец, Юля. Все правильно ты делаешь. Так, это с другого набора. Ну вот. У меня все готово. Я начинаю вышивать. Ну, чуть попозже покажу, расскажу, как у меня идут дела. Ну что, девочки, я сейчас устроилась в моем новом рукодельном местечке, уголочке, тоже рукодельный уголочек. Здесь мой шкафчик с моими наборами, вышивками. В общем-то, тоже все под рукой. Сижу, вышиваю за моим новым станочком. Он вроде бы и новый, но в то же время давно мне знакомый. И сейчас я к нему отношусь совсем по-другому, потому что он полностью сейчас удовлетворяет моим потребностям, чтобы я могла менять процессы, и это было бы легко и просто. У меня много кюснапов, много пялец, поэтому здесь у меня выбор и простота в организации и смене процесса. Очень удобно добираться к изнанке, здорово, я вам это уже показывала. Наклон я себе урегулировала. Станочек можно ногами отодвинуть подальше, придвинуть поближе. Ну, ниточки у меня здесь рядышком. Удобно. Все, потихоньку вот настраиваюсь, вышиваю. Знаете, так приятно сменить обстановку. И вот этому станку я сейчас очень-очень рада. Теперь я смогу вышивать разные процессы и не задумываться о том, что как бы сложно, да, снять один процесс, поставить другой. Мне хочется немножко поиграться. Я, как говорила уже раньше, очень длинный период времени не вышивала практически вообще. А сейчас у меня появилось свободное время. У нас летом обычно немножко меньше работы и появилось больше сотрудников. Поэтому легче мне сейчас работать. И я хочу себя порадовать, повышивать, вот, побаловать себя, скажем так. Чего, в общем-то, и вам желаю. Получайте удовольствие от вышивки, от рукоделия. Балуйте себя, пусть даже мелочами. Даже просто маленькие новенькие ножнички – это тоже радость в нашей вышивке. Все по настроению. Есть настроение – радуйте себя покупками. Нет настроения на покупки – не делайте покупки. Да? На все нужно свое настроение. У меня было такой период времени, мне не хотелось покупать. А вот сейчас у меня просто появилась необходимость, чтобы как-то переорганизовать свои процессы и настроиться. Ну, в общем, такие мои новости. Спасибо, что вы заходите на мой канал. Напоминаю, что скоро у нас выходит совместный проект «Мои любимые коты 2». Присоединяйтесь. Всем-всем очень рады. Ну все, пока!